Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня продолжение обзора новой игры, которая называется Чучел. Вот этот вот черненький комочек, чего там, шерсти или непонятно чего, который гоняется за вишенкой. У нас сегодня 7-й уровень на обзоре, ну 7-й и дальше. Давайте его проходить. Так, вот наша эта мышка там или кто, которая с нами воюет за вишенку. Кто первый, как вы думаете? О, никто не успел. Я думал, он сильнее. Из-под тишка может эту вишенку украсть, но нет, смотрите, какая борьба развернулась. Ох ты. Слушайте, там тикает что-то. Это что, бомба? Как это? Вот это, конечно, подвох. Ой-ой-ой. Смотрите, в кого они превратились. Еще одна бомба. Вот это да. Вишня упала на потолок. А это уже следующий уровень или все тот же? Интересно. Так, улитка. Привет, улитка. Ты кто такая вообще? Ты правда улитка? Ого. Ой, ой-ой-ой. Привет, улитка. Только не тряси меня так сильно. Так. Да, как же она оттуда вылупилась? Ладно, давайте попробуем для начала ручку. А, видите, если мы ее покрутим, люстра должна опуститься. Да, силёнок не хватает. Ой-ой-ой. Не кушай меня. Так, давайте, может, с ней поговорим, может, она поможет нам. Типа, чтоб съела? Нет, не хочу. Давайте рожицей строим. Эй, нет. Ого. Ха-ха. Прикол, вот смотрите, какая-то мини-игра. Давайте попробуем в Пакмана. Вот это да. Это типа язык вообще. Сейчас он нас съест. А я подумал, что мы играть будем. Так. Черненьким играю. О, мне нужно вишенки есть, да? Пак, 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 пак. Он за мной гоняется и оставляет вишенки. Пак, пак, все, я прошел ее. Смотрите, какой большой стал. Еще уровень. Ух ты. Какое-то зелье волшебное. Интересно. Для чего оно? Попробовать взять его? А, чтоб все вишенки стали. Ладно. А интересно, надолго? А, наверное, ненадолго. Слушайте. Зря я его сразу использовал. А, оно опять появилось. А это уже лучше. Ай, я думал, меня сейчас съедят. Вы видели, я неправильно немного свернул. Ой. Почему они друг друга не съели? Так, еще раз вишенки. Оп. И нужно успеть во вторую часть. Есть, успел. Неужели еще уровни будут? Получается, мне, наверное, нужно этот уровень пройти, чтобы... Может, улитка мне помогла? Ой-ой-ой, это, конечно, жестко. Такая большая карта, видите, написано «Чучел». Ай, ай-ай-ай. Нужно еще зелье. Надеюсь, они появляются опять. А иначе мне не хватит их. Ай! Ай! Ай-яй, какие они быстрые. Так, ладно. Да, они обновляются. Это хорошо. Значит, я могу их использовать, в принципе, как захочу и сколько захочу. Так, подождите, почему они белые? Может, я их могу съесть? Как вы думаете? Давайте рискну. Да, я его съел, вы это видели? Класс, так а почему я мучаюсь? Я ж этого просто не знал.
Поздно я об этом подумал, но лучше поздно, чем никогда. Все, теперь я могу спокойно ходить, ни за что не переживать, вот кушать. Ой, он опять появился. Ну, так неинтересно. Не, ну с одной стороны, конечно, интересно, то есть почему бы и появляться, да? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было попроще. И так довольно-таки тяжело. Не хочу. Ой, ой, ай, блин, все, я проиграл. Вот это да. О, а у меня еще жизни были, да? Не, ну раз они появляются, значит я должен появляться. В принципе, логично, да? Ха-ха, привет. Да, не зарежу, съем. Опа. И опять, теперь он от меня убегает. Ха-ха, попался. Да, я не успел. Ха-ха-ха, давай, иди ко мне. Молодец, молодец. Так, мне нужно сюда, и там останется буквально чуть-чуть вишенок. Ого, они как все сразу появились там. Меня это не должно волновать, я сейчас последние две возьму. И все, третий уровень пройден. И получена медаль. Класс. Наверное, это был последний, мне так кажется. Не будет же здесь 20 уровней в Пакмане. Ну вот, получается, я прошел. Типа, помоги достать. Не, не получается. Тогда получается что? Зря я играл. Что ж такое? Опа. Получается, смотрите. Медаль, две медали, три медали. Кексик за медаль. А у меня медаль есть. Ха-ха-ха. Класс. Ой. И что, могу теперь взять вишенку? Как вы думаете? Ай, руки не достают. Смотрите, руки маленькие. Сам он стал большой, а руки маленькие. Ой, ой. Это вообще не прикольно. О, так он может ручку сможет повернуть, он так теперь большой, нет? Эх ты. А получается, что нам, скорее всего, нужно теперь еще две игры пройти и применить до другого. Видели там, да? То есть, да, ну, медаль дают, кекс. Видите, здесь уже закрыто. Так, ладно, давайте вот это вот... Стрелялка, наверное, да? Раньше такая игра была давно-давно. Лет, наверное, не знаю даже сколько назад. Одна из первых. Ой, стоп. Что делать? Стоп, я пока ничего не могу делать. Опа. А, типа мне нужно от них уходить. Что мне с ними делать? Наверное, прыгать нужно. Нет? Что ж мне... Не пойму я, что с ними делать. А, может ловить, наверное, нужно, да, или как? А я, наоборот, выходил. А, то есть я ловлю зеленые, получается, и могу зеленых убивать. Все, я понял. Словил коричневую. Ай, поменялся опять. А, они теперь одновременно плачут. Вот, все, я догадался. Теперь уже точно. Так, он от меня убежал. Наверное, теперь будет их больше, да? В общем, мне нужно взять вот так вот. Быстренько этих голубеньких всех повыбивать, да? Все, теперь можно брать зеленых и выбивать зеленых. Второй уровень, я думаю, я побыстрее. О, а почему? Вот, видели, прыгнул. Все, то есть второй уровень был вообще легкий. Ну, потому что я просто понял, что делать. И фактически последний, третий, наверное. Ой, что-то большое.
А, что-то мне кажется, от него лучше убегать. Может, наоборот, нужно, не нужно в него вот это. Опа. То есть он поменял цвет и взял меня, прибил. Какой-то он странный, слушайте. Что с ним делать? Лучше я от него убегу. А, вот. Да что ж такое? Ай! Есть, попался. Давай, давай. Ой, черный, мне нужно вот это вот. Ай, опять черный. Черным я его, скорее всего, не смогу, да? А зеленым смогу. Нужно. Вот. Все. Победил его. Ха-ха. Победа. Давайте мне вторую медальку. Так, ну что ж, друг мой. Давай мне еду. Сейчас он мне предложит. Опять меню вот это, да? О, за две медальки я получаю какой-то напиток такой, да? Больше похоже, конечно, на кусок колбасы в этом бокале. Ну-ка. Нет, так, конечно, похоже на напиток. А на картинке было колбасу похоже. В кого я сейчас превращусь? Ой. Какой-то это. Червяка, в общем. Хватай же, давай. Нет, опять ничего. Что, он его сейчас резать будет? О, кнопка выключить. Да, печалька. Ну что, давай мне последнюю мини-игру свою. Первые две уже закрыты. Идем к третьей. Теперь она от нас убегает. Смотрите-ка. О, тут. А, получается они. Как же они? Я, в общем, не пойму, как с ними бороться. А, это мне, может, сюда надо прыгать как-то, я не знаю. Я, честно говоря, не пойму, как здесь управлять. Ой-ой-ой. А, это не я вообще управляю, слушайте. Это не я управляю, мне просто нужно убегать. Это да. А я думаю, почему у меня управление не слушалось? Главное, я так понимаю, что меня не... Ой. Не нужно меня заделывать. Ну, давай за угол, заходи. О, сейчас линия уберется. Еще одна. Отлично. Так, бомба. Ой-ой. Лучше спрятаться вот здесь. Еще одна бомба. Ого, сколько их. Так. Ой, нет. Хорошо, что я в домике. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой. А это уже не смешно. Вилла. Как же здесь быть-то, а? Может, главное, чтобы меня просто вот так вот как-то... Нет, все-таки било. А, все, я понял. Мне нужно здесь вот за этим квадратиком стать. Нет, тоже достало. Как же быть здесь? А, его передвигает этот квадратик. Слушайте, ну я не пойму уже тогда, что делать. Может, нужно как-то подпрыгнуть? Вот точно, нужно подпрыгнуть было. Вот, отлично. Ого, это что, бомба такая большая? Да время типа идет, а там вверху вишенка. Ой, я думал успею допрыгнуть туда. А, так я может могу по ней вот так вот. О, я взял вишенку. Или нет, это было просто в игре. Это...
А вне этой мини-игры я вишенку еще не взял, да? Все, давай, улитка, мне последнее свое зелье. Так, вот оно. Да. Опа. Та-дам-пам-пам. Какая-то волшебная таблетка. О, вот оно. Суперсила. Давайте покрутим этот рычаг. Давай, давай, давай. Улитка не съела, это хочет ее съесть. Смотрите, по-любому. Ха-ха-ха, да-да-да-да-да. Ну, хватай ее, хватай быстрей. Да хватай же ты ее. Что-то мне подсказывает, что все-таки... А, вот, да, руки. Да. Все-таки... Опять забрали. А вернули нам нашего, в кавычках, этого мышонка. И побежали дальше за этой вишней. А. Так. Интересно, это все был один уровень? А, так, я прошел в прошлый раз 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это было два уровня. То есть один вообще простой, в котором мы ничего не делали толком, да? Где вот с мышонком боролись вот здесь вот. А второй, вот такой вот он оказался длинный. Поэтому у нас сегодня обзор вот всего лишь будет из двух уровней, 7 и 8. Но зато он был прикольный, интересно, мне понравился. Надеюсь, понравился и вам. Если это так, то поддерживайте очередное видео по этой игре своими лайками. Пишите комментарии, а не забывайте делиться с другими детками, а также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.